Дорогие друзья, всем доброе утро, добрый вечер, или не знаю, какое у вас время суток, когда я выложу этот ролик, просто у меня в городе произошла катастрофа, у меня пронесся огромный смерч по городу, разворошил полгорода, падали деревья, некоторые даже здания рухнули, я охренел, провода оборвало, у меня пропал интернет, и я просто был в панике, во-первых, от того, что происходит, во-вторых, от того, что у меня сегодня в планах было поиграть на новом персонаже Карли и показать вам очень обалденную акцию, которую вы сможете получить бесплатно, но у меня не было интернета. Что я только не придумывал. Я думал и арендовать какую-то квартиру, и уехать в другой город, чтобы отснять этот ролик, ребята. Но я нашел выход из положения, купил интернет, флешку купил. И надеюсь, что сейчас у меня получится свести этот видос, потому что я не могу передать изображение с планшета на экран, и поэтому приходится записывать все в разных источниках. Пожалуйста, умоляю, поддержите лайком. Невзирая на все эти трудности, я вышел к вам в эфир, и сегодня я вам продемонстрирую просто обалденную акцию, которую у вас в магазинах, я уверен, нету. Усаживайся поудобнее, смотри ролик до конца и внимательно слушай, что нужно выполнить, чтобы эта акция у тебя появилась на аккаунте. Поехали! Итак, дорогие друзья, Карл, новый боец, вышел у нас в Brawl Stars, и он уже у вас есть в магазинах. Стоит он 59 гемов, недорого, это не легендарная карта, окей. Но мне он, этот персонаж, понравился. Я уже смотрел некоторые поединки с ним, и, блин, он реально интересный персонаж. Но, я уверен, что много уже было разных конкурсов, и вот эта особая акция, она, ну, не особенная, согласитесь. 59 гемов, вроде небольшая сумма, вот. И, короче, Карла можно получить, в принципе, не так уж... получить Карла не так уж и сложно. Но на превью вы увидели вот эту акцию, где вы видите пассивку, гемы, Карла, и это все совершенно бесплатно. И достанется эта акция только избранным, то бишь моим зрителям. Ребята, я готовился к этому ролику, к этому конкурсу целую неделю. Я собирал людей, которые проспонсируют, искал спонсоров. Короче, неебически, извините меня за слово, получились призы. Я надеюсь, вам этот конкурс понравится и обязательно в нем участвуйте. Давайте расскажу, что это за акция. Сколько призовых мест и как же выиграть все эти крутейшие призы. Поехали. Итак, друзья, я сейчас нахожусь на аккаунте, на котором все персонажи, я вот объясняю, что это за акция, там была пассивка. Пассивка — это означает, что вот этот аккаунт, фуловый аккаунт, на котором практически все персонажи по фулу прокачаны, достанется тебе. Вот именно тебе. И я плюс еще сейчас сюда покупаю Карла. Вот на ваших глазах, смотрите, вот я задонатил уже сюда гемы. Давай, дружище, только не лагай, прошу. Все, да, вот он, родной, впервые. Это впервые я получаю Карла сейчас вот на ваших глазах. Это на этот аккаунт. Все, на этом аккаунте есть абсолютно практически все бойцы, за исключением Леона. Плюс они прокачаны по фулу. Это первое призовое место. Всего будет 15 призовых мест. Первое место победитель заберет вот этот фуловый аккаунт с Карлом. Если вдруг ему аккаунт не нужен, заберет приз, ну, продаст этот аккаунт у нас в группе, заберет приз деньгами. Остальные 9 мест, ребята, получат себе на аккаунты Карлов. Я всем задоначу 9 остальных призовых мест, получают Карлы на свои аккаунты. 9 человек. Если вдруг у вас уже Карл есть, или вам он не нужен, вы получите либо гемы, либо деньги. То есть приз можно забрать баблом. Это остальные 9 призовых мест, итого уже 10. Остальные 5 оставшиеся победители поделят между собой 2000 гемов на пятерых. Это по 400 гемов. Опять же, у каждого победителя будет возможность забрать приз баблом. То есть все призы можно практически забрать баблом. Ну, деньгами. За исключением аккаунта. Аккаунт можно будет сначала продать в моем паблике, а потом забрать деньгами. Либо же играть и наслаждаться. Это 15 призовых мест, за которые поборетесь вы. И что нужно сделать, чтобы, чтобы получить эту акцию совершенно халявно и получить вот такие вот крутые призы на свои аккаунты? А все очень просто, ребята. Нужно подписаться. Вот что нужно выполнить. Подписаться на всех этих спонсоров и написать комментарий. И все, 15, напомню, 15 призовых мест, ребята. Такого конкурса, ну, я делаю их такие конкурсы редко, но в последнее время находятся люди, которые спонсируют, и реально хороший бюджет на конкурсе выходит. Но это еще, друзья, не все. Это первые 15 призовых мест, которые мы разыграем, и кто-то из вас получит вот эти все крутые подарочки. Обязательно участвуйте, обязательно подписывайтесь на каждого спонсора, который будет в описании, и оставайтесь
оставляйте комментарии, я подписался на всех спонсоров. И очень важно открыть подписки на своих каналах, чтобы я мог проверить, что вы подписались. И оставьте, пожалуйста, какую-то там ID соцсети, там ВК, Инстаграма, чтобы я смог с вами связаться. Но это еще не все, ребята. Я еще разыграю просто неограниченное количество гемов среди тех, кто вступит в мой чат VGamers. Ссылка опять же будет в описании. Это уже дополнительный конкурс, и о нем вы узнаете чуть-чуть попозже. Вам нужно скачать VGamers, зарегистрировать обязательно новый аккаунт. Среди новых только пользователей будет разыграно неограниченное количество гемов. Но об этом вы узнаете чуть-чуть попозже. Скачивайте, вступайте в чат, потому что там ограниченное количество участников, и вам нужно вступить как можно быстрее, потому что скоро уже будут места все переполнены. Вступайте, и в скором времени вы узнаете подробности. А пока выполняйте все условия и участвуйте, друзья. Я считаю, что это обалденный конкурс. Я думаю, что нужно участвовать. Просто нереально много гемов. И опять же, все можно забрать деньгами. Я понимаю, что большинство людей, которые играют в Brawl Stars, возможно, не так, извините за выражение, дрочат на гемы и на легендарки. Возможно, им в жизни нужна финансовая помощь. Поэтому все призы можно забрать баблом. Ну что, а я сейчас поиграю на Карле впервые. До этого не играл ни разу и только видел поединки. Начнем столкновение сначала. Первая катка столкновения, дальше мы пойдем в 3 на 3. На этом аккаунте почти все персы прокачаны на фул. И я думаю, что это круто. Опа, ну все, а вот собственно и бонусы моего интернета. Эх, я так и знал. Я так и знал, что у меня не будет. Я не знаю, ребята, как я сегодня выйду к вам в эфир вот с таким вот интернетом, это просто караул. Но вы меня тоже поймите, у меня в городе просто жесть. Если вам интересно, можете загуглить Чернигов, Украина. Тут просто штормовое предупреждение было. Поэтому у меня сейчас передается Wi-Fi на планшет и на компьютере флешка. Короче, я лагаю, пацаны, я просто лагаю. Я не знаю, я, наверное, этот поединок, если вывезу, то все, уйду. И, наверное, буду ждать, когда мне починят интернет. Оператор мне сказал, что твой интернет пофиксят до 26 числа включительно. Я говорю, какого числа? Сейчас 22-е? Вы че, блин, офигели? А, кстати, результаты конкурса. Когда же результаты конкурса? Ребята, давайте подытожим итоги конкурса. Воскресенье. И надеюсь, мне интернет починят прямо на стриме. Я очень на это надеюсь. Если вдруг не будет интернета до сих пор, ну, все равно через эту флешку я смогу выйти в эфир. Надеюсь, не будет лагать. И выберу всех победителей. К сожалению, к большому сожалению, у меня не получилось поиграть и насладиться Карлом. И я, блин, ребята, очень реально сейчас... У меня грусть чего большая. Я, не знаю, в печали. Потому что я очень хочу поиграть на новом персонаже. Я очень хочу с вами постримить. Но у меня сейчас этой возможности, к сожалению, нету. Благо у меня получилось записать этот ролик. Я надеюсь, у меня получится все свести, все выложить. Просто к вам огромнейшая просьба, ребята. Выполните все условия и заберите все эти призы, потому что... Ну, я считаю, что таких подарочков, ну, блин, вы не найдете нигде. Ну, или, я не знаю, ладно, не буду так обобщать, но такие подарки не каждый день. Я давайте повторюсь еще раз, что нужно сделать. Будет всего 15 призовых мест в первом конкурсе, подписка на спонсоров. Это первое место, вот этот фуловый аккаунт с Карлом улетает победителю. Если вдруг победителю не нужен фуловый аккаунт, у него свой неплохой, он сможет этот аккаунт бесплатно в моем сервисе выставить за любую сумму, которую он захочет. За 10, 15, за 20 тысяч, за сколько захочет, выставит и продаст. Совершенно бесплатный, получит деньги, без всяких там процентов, магазин не будет изымать никакие проценты. Остальные 9 победителей получат на свои аккаунты Карлов. Я всем задоначу по 80 гемов. Если у них Карл уже будет, либо им гемы не нужны, заберут в денежном эквиваленте. То есть по 5 долларов 9 победителей остальные забирают. Остальные 5 победителей поделят между собой 2000 гемов по 400 гемасов. То есть 5 победителей получат по 400 гемасов на свой аккаунт. Либо же опять же это все заберут деньгами. Ну и второй конкурс, это неограниченное количество гемов, вам нужно просто зарегать новый аккаунт и вступить в мой чат VGamers. Вот таких вот два глобальных конкурса, ребята, я запускаю на своем канале. На одном конкурсе итоги будут в воскресенье на стриме, постараюсь пораньше. Ну а на втором конкурсе, ребята, ждите следующий ролик, продолжение этого конкурса, я объясню все подробней, как это будет происходить и как я...
разыграю и какое же количество, неограниченное количество. Просто об этом вы узнаете попозже в следующем ролике, не в этом. Участвуйте, друзья, спасибо, что смотрите, надеюсь, что у меня получится выложить этот ролик. Знаете, я сейчас как какой-то, не знаю, дикарь там на острове сижу, пишу какое-то послание нам, вам, землянам, чтобы меня приехали, забрали, потому что у меня нет связи с вами. Реально, вот я себя чувствую сейчас именно так, беспомощным, без связи, без интернета. Хотя есть интернет, я сейчас записываю, но он ужаснейший, он просто ужаснейший. Я не знаю, сколько я буду грузить этот ролик на YouTube. Участвуйте, все ссылки и подробности будут в описании. Обязательно нужно выполнить все условия, я проверю. Откройте подписку на канал, оставьте какую-то свою соцсеть на канале, чтобы нам ID, ВК, Инстаграм, что угодно, чтобы я смог с вами связаться. Ну и забирайте все эти подарки. Ребята, общий фонд на этот приз больше, чем $500. Участвуйте. Спасибо всем за просмотр, всем удачи, скоро увидимся и пока. Надеюсь, что мне в скором времени починят интернет. Ребята, очень надеюсь, поддержите меня. Буду скучать. До новых встреч.